Всем привет! Сегодня посетим красивый старый город Больцано. Благодаря распространению помимо итальянского, также немецкого и латинского языков, провинция имеет социальный статус с официальным названием «Автономная провинция Больцано-Альто-Адидже» или «Автономная провинция Боцен, Южный Тироль». Площадь провинции 7400 квадратных километров, население более 500 тысяч жителей. Административный центр – город Больцано, Боцен. Большинство жителей используют австро-баварский диалект немецкого языка, южнотирольский вариант немецкого языка. Около четверти говорят на итальянском и большая часть населения – на ладинском. В составе Европейского Союза провинция является частью еврорегиона Тироль, Южный Тироль – Трентино, границы которого практически полностью совпадают с границами исторического региона Тироль. Южный Тироль находится на самом севере Италии. Провинция граничит с Австрией, землей Тироль и Сальцбург. На севере и востоке со Швейцарией, кантон Граубюнден на западе. Итальянские провинции Беллуно, Тренто и Сандрио находятся, соответственно, к юго-востоку, югу и западу от Южного Тироля. Несмотря на ранее проводившуюся политику итальянизации, до сих пор в Южном Тироле больше 2/3 населения говорит на немецком языке. В 2001 году регион получил статус отдельной немецкоговорящей провинции, расположенной на севере Италии. Он расположен у подножия Доломитовых Альп, живописной долине среди горных виноградников. В средневековом центре города можно посетить археологический музей, где хранится ледяная мумия Эдзи эпохи неолита. Боцен – столица штата Южный Тироль, автономной провинции в Италии и как таковая резиденция правительства штата и парламента штата. С 1948 года город является национальным выставочным центром, а с 1997 года вместе со свободным университетом Боцена он также является университетским городом. Больцано является одним из крупных городских центров в Альпийском регионе и благодаря своей бикультурности считается важным местом встречи между немецкими и италоязычными культурными и экономическими районами. Больцано с населением более 107 тысяч человек является крупнейшим городом в Южном Тироле и после Инсбрука и Тренто третьим по величине в европейском регионе Тироль-Южный, Тироль-Трентино. В его столичном регионе проживает около 250 тысяч человек. Официальное название города немецкое – Боцен и итальянское – Больцано. Городской район Больцано расположен посреди Альп на юге Южного Тироля и занимает площадь 52,3 квадратных километра, из которых только 28 квадратных километров используются в качестве постоянных поселений. Плотная городская застройка заставляет небольшую долю территории этого населенного пункта – Боцен, расположена в долине Адидже, в котловине, окруженной с трех сторон высокими горными массивами, на севере – Сарнтальскими Альпами – Ритен и Чегльберг, на юго-востоке Альпами – долины Фемье. До 1911 года город Больцано был ограничен сравнительно небольшой территорией к востоку от Тальфера, поэтому местное население до сих пор называет город Тальфетштатом. Старый город находится на высоте 262 метра над уровнем моря. Ближайшие крупные города – Тренто в 51 километр к югу и Инсбрук в 85 километров к северу. Расстояние до столицы Рима составляет 520 километров. Самый старый из сохранившихся каталогов дома Боцена от 1288 года насчитывает 48 домов, но относится не к центральной части города, а скорее к Вайнтраубенгассе, Винтергассе. Согласно списку домов в центре города от 1497 года, он был разделен на 8 кварталов и насчитывал около 160 домов. В списке указаны налоговые платежи домовладельцев. И, вероятно, он был составлен в связи с общенациональным турецким налогом. В конце 15 века городское население могло составлять от 3000 до 4000 человек. В 1900 году в Боцене, включая гарнизон, проживало 13 904 человека, в основном немцы, 1493 итальянцев. В Больцано также есть несколько кинотеатров, в которых показывают фильмы на итальянском, немецком, а иногда и на языках оригинала с субтитрами. Больцано – столица провинции Альто-Адидже на севере Итальянской республики, у швейцарской и австрийской границы. Город привлекает своими международными конкурсами пианистов, фестивалями ледяной музыки, турнирами по играм в карты, рождественскими ярмарками, праздником весенних тюльпанов. Официальными языками провинции являются итальянский и немецкий. Ладинский язык также имеет официальный статус в нескольких коммунах на юго-востоке провинции. В 2001 году регион получил статус отдельной немецкоговорящей провинции, расположенной на севере Италии. Согласно статусу области Трентино-Альто-Адидже, правительство гарантирует сохранность культурных и языковых различий отдельных этнических групп.
Также был образован региональный парламент, в который входит 70 выборных депутатов. Парламент обладает не только законодательной властью на региональном уровне, но также избирает президента, двух вице-президентов и министров автономии. При этом в течение срока полномочий избранного парламента пост президента региона попеременно должны занимать представители немецкой и итальянской общины. Достопримечательности. На территории Больцано расположено несколько средневековых замков, в том числе такие известные, как Хохехма и Талферс. Möchtest du hier einen Tee? Komm, komm.
просто. Чего-то он-то нараук. Ich habe mir Teilkarten gegeben, aber
Oben ist man wahrscheinlich nicht schlechter. Genauso geliefert, oder? Ne? Genau. Hast du davon ausgegangen, wie schlecht? Nabel. Dann hat er einen schwarzen Tee mit Milch. Natürlich. Mama. Ich habe gerade die Speisekarten aufgegeben. Das kannst du einen halben Tag und das, das ist Spinat. Der Krautsalat hat Speck drauf, der ist nichts für dich. Und deinen Salat. Das ist ja. Um mich herum.
Стоп. Original Down Müllwagen muss jetzt genau sein. Gehen. Thank you.
двоих миль. Keine Ahnung. Ja, fragen Sie ihn im Zug. Ja, dann muss ich im Zug durch 10 Tagen. Das ist genau das, was ich nicht mache. Das sind 8.07 Uhr.
Thank you.
Kirchen der Ronald. Schaut mal schon vor die Berge weg.